Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, сегодня у нас суббота, да? Значит, нам выбиться надо в топчик. Так как я иду сегодня на работу, это получается суббота-воскресенье, в понедельник. Слушай, в понедельник у меня цепной получается. Так что буст будет. Почему-то я неправильно подсчитал, получается, да, свои рабочие смены. Так, ну что, приступим. Пройти серию испытаний. Это я с превеликим удовольствием. Поехали. Так, возьму, наверное, Ваньку, Армагона, Бакстера, Леонардо и Шреддера. Эти ребята знают дело в искусстве войны, поэтому пройдем сейчас на одном дыхании. Даже зэк нам тут не помешает. Твою налево, ты посмотри, что творит. Хил повесил, а ты что? Броню? Ну-ка, 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 давай-ка, Шреддер, хилочку вешай на всех. Так, попробуем валуном. Ну, хотя бы броню снять. Не понял. Что-то я не понял, юмора. А почему? У них что, двойная броня, что ли, была? Так, ну-ка, гранату в зэка. А он не упал, а если так? Шикарно. Ну что, хламоны, теперь ваша очередь пришла. Ракеты. Вертушку жалко на них тратить. Давай, наверное, вот так вот сделаем. И кастетом. Все. Переходим на вторую волну. У нас хил, кстати, еще работает или нет? Работает. Так, маузеры к бою. И можно, в принципе, добить их. Давай добьем. Че на них смотреть, тут любоваться. Все, друзья, мои события прошли. Ну, это нам нужно для того, чтобы выполнить все ежедневные задания. Награды. Так, и дальше поехали. Поднять уровень персонажа. Ну и поединки. Где у меня Крэнк? Давай-ка, родной, мы тебе будем дальше прокачивать. Нам нужно найти 4 пульта, да? Да, 4 пульта. Поехали. Раз. И все, что ли? Два. Три. И последний. Последний, говорю, пульт мне дайте. Не хотят. Не хотят. Вот он. Все, друзья мои, прокачиваем. Тело андроида до второй ступени. Дальше. Нужно найти двое очков. Слушай, с очками опять эта проблема, блин, вечная. Так, одни есть. Вторые. Так, двое очков нашли. Теперь 4 наушника. Слушай, по-моему, мы уже задание выполнили, да? Если не ошибаюсь. Да, выполнили. Потом уже тогда, в следующий раз будем искать оставшиеся и поднять уровень персонажа, но я сейчас не смогу, так как мутагена у меня очень мало. Эти мы с тобой в прошлой серии, да, все нашли испытания. Черепашью бурю. Да, мы ее всю прошли. Клан Фуд. Вот здесь мы немножко обделались, да? Слушай, я не знаю, что нам. Или фармить все-таки идти жетоны. Сколько тут у нас? 40. Или же попробовать здесь. Давай-ка здесь, наверное, попробуем найти вот этот орнамент. Так, телескоп. Мрачные комиксы. Так, осколки. Есть эксперт снаряжения. Так, вот здесь теперь попробуем найти билет Эйприл. Так, снаряжение клан Фуд. Е. Слушай, ребят, ну неплохо. Две штуки нашли, это уже как бы замечательно. Блин, а здесь? Здесь у нас все-таки одной звездочки не хватает, поэтому фармить не могу. Ладно, давай остатки тогда сольем, наверное, вот здесь. Авось повезет, а? 40 жетонов. И все. Пицца кончилась, хотя не пицца даже, а кончился сыр. Хотя вот здесь вот. Во, вот тут можно разочек
Тут ты не то нажал. Ай, морзильная кошка. Ну ладно, друзья, все равно я считаю неплохо. Мы все-таки нашли два орнамента, да, снаряжения. Они нам нужны будут. Прекрасно все знают, что именно от них зависит прокачка скиллов до 7 уровня. Так, ну что, давай, 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 не жмись. Давай мне. Вот, 17-24. Друзья мои, вы в комментариях, ну, не все, конечно, а некоторые люди. Рэй, не играй в эту игру, мне она не нравится, перестань играть в ту. Я не буду этого делать. Если ты думаешь, что если ты написал мне, чтобы я не играл и я не буду, то ты глубоко ошибаешься. Если тебе не нравится, то это не означает, что эта игра не нравится остальным. Поэтому ты можешь просто-напросто ее не смотреть, эту игру. И все. А вот эти вот угрозы, я от тебя отпишусь или еще что-нибудь, ради бога, это твое право, я держать или уговаривать не собираюсь. Если у тебя такие принципы, что из-за того, что я снимаю игру, которая тебе не нравится, ты готов уйти, ну, грош цена тогда тебе. Ради бога, вперед и с песней. Но на такие, как говорится, подачки идти, перестань снимать или я уйду, нет, так дело не пойдет. Это мой канал, я что хочу, то и снимаю. И как бы слушать какие-то условия категоричные я не собираюсь. Так, ладно, ребят, это так было. Надеюсь, те, кто пишет такие комментарии, поймут, о чем я. Ладушки, давай попробуем валунчиком. Так, муха. Да ёк-макарёк, все-таки успела хинуть, но в принципе это не страшно, потому что у нее мало здоровья. Крис Брэдфорд. Он, кстати, знаешь, он достает эту досочку, мне напоминает эта доска разделочная, значит, на которой обычно там мясо режут или еще что-нибудь. Или овощи. Вот он ее достал и сломал кулаком, показал, насколько он силен, а может быть, и насколько он глуп. Ну что, поехали далее. Пока у нас все идет хорошо, сегодня я хочу, друзья мои, дойти до Лиги Мастеров. 3 звезды это однозначно, но попробовать все-таки выбиться в топчик. 15 откатов, не знаю, хватит, не хватит. $247, то есть $250 у нас стоит 10 откатов, ребят. Так что как бы откаты я взять не смогу. Придется довольствоваться тем, что у меня сейчас в данный момент есть. Так, слушай, Макван, а ты не подведешь меня, парень? Ты не обделаешься, увидев этих ребят? А мне надо, чтобы он сразу шел после Леонардо, иначе беда бедовая будет. Упс. Серьезно? Так, ну-ка. Ну, Донателло это не страшно. Тем более тут Крит повышает себе. Это все фигня. Наш кабанчик быстренько его усмирил. Кстати, ты заметил, что этот кабан, у него все движения как будто идут из армрестлинга? Да? То есть вот этот вот удар локтем, вот этот вот двойной удар по земле, когда волна идет. Ну там единственное, что, конечно, с гранатами немножко перебор. Ну а в остальном, да, как будто он борец. Ну что, беру Ваньку. Возьму, наверное, Кренга, Зека, Рахзара и Джастина. Вот такая у меня будет команда здесь. Ну, в принципе, ходит первый Зэк, потом, наверное, будет Ванька. Ванька, как всегда, у нас из базуки бомбанет. Ага, Рахзар все-таки потом идет. Ну-ка, если так. Отлично. Отлично, и добиваем тогда. Все. В принципе, разобрали мы их без проблем. Ну что же, тогда чалим дальше. И, да, вот она, Лига Мастеров. 3 звезды, друзья мои. То есть мы уже на финишной прямой. Давай-ка, наверное, возьмем вот эту вот команду. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, получается, мы уже таких самых крупных и здоровых бойцов отыграли. Сейчас придется играть
через супер шреддера. То есть мы будем его брать в откат вместе с кем-либо. И на все про все у нас уйдет, друзья мои, 7 поединков. Потому что у нас 14 откатов, естественно, делим на 2, и получается у нас 7 поединков. Так, ладно, давай я возьму здесь, наверное, провокацию. Нужна ли нам защита дополнительная? Я думаю, не нужна, сделаем, наверное, баф. Так, этот уходит в инвиз. Ай-яй-яй-яй-яй, Эйприлон, что ж ты делаешь, а? Все-таки хильнуло, да? Ладно. Так, минус Донни. Минус Карайки. По Карайке даже не попали. По Карайке даже не попали. Все. Доп-щиты нам нужны? Наверное, не нужны. Попробуем Эйприл уничтожить. Отлично. Попадешь? Есть. Минус кролики. И проникающий добивает Майки. Все, друзья мои. Отлично. Ну что, продвигаемся дальше. Смотрим, на какую позицию в данный момент мы переместимся. Была 97-я, становится 84-я. Да, не очень далеко мы, конечно, ушли. Ну, что ж поделаешь. Так, значит, Шреддер плюс Армагон. Раз, два, три. Поехали. Ну, с этими ребятами, конечно, никто не пострадает, потому что Армагон и Супер Шреддер вообще не дадут ни единого шанса противнику пикнуть даже здесь. Сейчас просто нахлобучим и все. И вот так вот у нас будет до самого последнего отката. Я думаю, где-то до 50-го места мы, наверное, доберемся. А может быть даже где-то до... Ну да, скорее всего, 40-е, 50-е место. Потому что мы по 2 отката тратим. По-другому просто никак не получится. Брать кого-то одного из них смысла нету. Супер Шреддер или Армагон, они все равно не добьют всех с одного удара. Поэтому приходится их брать именно в паре. А почему я не беру Усаги, например, или Леонардо? Это чтобы, ребята, лишний раз не рисковать. В этих я на 100% уверен, что они бомбанут всех. А вот, с, например, с Леонардо, да, или с Усаги, к сожалению, нет такой уверенности у меня, что они смогут их подбить. Ну что, какое, 65-е? 59-е, друзья мои. Слушай, ну таким темпом мы можем даже, вот есть такой шанс, что мы можем зайти в топчик. Но опять же, я не хочу сглазить, потому что в прошлых сериях у нас, помнишь, тоже там не хватало буквально чуть-чуть. Но если у меня в понедельник выходной, естественно, я смогу подтянуться. Я могу выбиться прям вот, чтобы был первое место топовое у меня, чтобы именно с таким вот пафосным видом зайти в новую неделю. Но это, естественно, понты, ребят. Поэтому тут главное просто находиться в Лиге Мастеров 3 звезды. Так, ну что, здесь, как всегда, обычно наша победа. Что-то у меня, друзья мои, действительно голос, по-моему, сел. Я вот говорю, мне как-то тяжело. Такое ощущение, что выдавливаю из себя эти слова. Хотя вроде ничего не болит, как бы горло не болит, кашля нету. Единственное, что когда просыпаешься, постоянно у тебя нос заложен. Опять же, вырубился при открытом окне. Под вечер как бы тепло, а утром, ты понимаешь ли, утром прохладный довольно-таки ветерок. А ты, как всегда, спишь, раскрывшись, да, одеяло где-то на полу. И тебе ветерочком этим поддувает. И вроде бы кажется, что все нормально, но на самом деле ты можешь просто заболеть. Так что... надо, наверное, все-таки открывать окно в режим проветривания, а не нараспашку. Так, ну что, друзья мои, переходим, наверное, на 35-я позиция. Слушай, ну нет, не сможем, не хватит. 7 откатов, получается у нас еще, ну, 3 поединка. 3 поединка всего лишь. Ну, жаль, конечно.
Но все-таки, там будет где-то, может быть, 10-15 позиция. Это все-таки очень даже, даже хорошо, ребят. То есть в понедельник я уже в любом случае получу фул награду. Надо, кстати, посмотреть, сколько у нас платиновых осколков. Я давно не смотрел. Может быть, у нас эта неделя будет последняя в плане того, что мы сможем кого-то прокачать в платиновый ранг. Какое место? 17, слушай-ка. По-моему, все будет хорошо. По-моему, мы сделаем нашу миссию, которая считается невыполнима. Раз, два, три. И мы залетим в топчик. То есть 17 поделить на 2, ну это, грубо говоря, где-то 8,5, да? 8,5 очков нам нужно пролететь. Ну даже возьмем по 9. То есть 9 на 2, да, получается 18. Сейчас глянем, куда мы сейчас переместимся. Морозильная кошка, у нее еле-еле пропеллер этот работает. Охлаждающий. Ну-ка. О, да. О, да, ребят, нифига мы там бустанули. Ты видел как? Это, конечно, круто. Ну что же, последний, заключительный на сегодня у нас поединок на арене. Блин, это круто. Я не ожидал, если честно, что вот так вот мы сегодня сможем добиться топового места. У нас прям все тютелька в тютельку, да? И откатики, и все как полагается. Ну вот, и все. Победный был удар. Мои персонажи, естественно, тоже рады, что им повезло, что все у нас получилось. И вот оно, первое топовое место. Всегда приятно на нем находиться. Ну что, теперь давай посмотрим, сколько же у нас осколков. 310. 75 получим? Нет, друзья мои. Следующая неделя будет последняя, да? После которой мы с тобой наберем нужное количество осколков. В данный момент нам не хватит. Ну что же, уровень персонажа -то сможем поднять? Крэнк, ты как? Нет. Нет, друзья мои, не получается, потому что 17 тысяч мутагенов всего лишь. Ну тогда мы прокачаем доктора Рокула. Вот так вот. Только лишь, чтобы забрать вот эти вот задания все. Ну, вроде бы, как и все получается. Так, что у нас там по жетонам? 220. Не знаю, кто у нас будет на следующей неделе разыгрываться. Кто-то писал в комментариях, что вроде бы как Тимати, но я почему-то не уверен. Он вроде как недавно был. Ну что же, поживем, увидим. А на этом, друзья, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.